сейчас в моих руках чехол для удилищ от фирмы Fox, модель FX, 13-фунтовый на 6 удилищ. Мы заранее позаботились о том, чтобы снарядить чехол удилищами. Сейчас в нем находится 6 оснащенных удилищ 13-фунтовых с катушками Bigpit и все эти удилища с 50-ми кольцами. Мы специально подобрали 6 разных удилищ, чтобы максимально воссоздать любые условия по удилищам и по особенностям удилищ, чтобы посмотреть, как они туда убираются. Сейчас мы откроем чехол, посмотрим, как они там упакованы. Вот так выглядит чехол изнутри. Значит, изнутри он оснащен вот такими мягкими лепестками. Они предназначены для того, чтобы каждое удилище было полностью изолировано от соседнего удилища. То есть, если мы обратим внимание, на протяжении всего удилища сделан этот лепесток, то есть там, где проходит и комель с коленом, и также вместе с катушкой. То есть это обеспечивает полностью полную изоляцию каждого удилища друг от друга. Удилища лежат в чехле вольтом, то есть 3 удилища у нас с одной стороны и 3 удилища с другой стороны. Что касается 50-х колец, либо удилища с катушками, допустим, модели Bassi, которые немного более вытянутые, ну, я думаю, что потому как сейчас чехол застегнется, будет создаться четкое понимание того, что чехол еще имеет немалый потенциал и запас по более габаритным снастям. То есть, если катушки у нас будет даже больше, чем вот сейчас, те катушки, которые здесь, хотя здесь все катушки битпиты, они также совершенно свободно уберутся в этот чехол. Вот сейчас мы его обратно застегнем. Вот он абсолютно свободный, легко застегивается. Вот, и мы видим, что здесь еще остается достаточно пространства свободного для того, чтобы, во-первых, мы могли убрать катушки, если у нас есть большего размера, а во-вторых, лишнее пространство, оно позволяет более комфортно себя чувствовать удилищем внутри. Теперь про ребро жесткости. В данном чехле отсутствует ребро жесткости, но для него сделан специально вот такой карман, в котором мы можем убрать подсак. И подсак у нас в данном случае как раз и будет служить или заменит то самое отсутствующее ребро жесткости. То есть мы можем скрутить сетку, убрать ее внутрь. И также дополнительно ручку. Закрепляем ручку липучкой и получаем ребро жесткости практически по всей длине чехла. То есть что у нас получается? У нас получается 6 удилищ в сборе убранных в чехол. И что самое главное, мы получаем невероятную компактность чехла на 6 удилищ в 13 длине. То есть вот в собранном виде он практически, ну, я думаю, что в полтора раза точно занимает меньше места и будет занимать меньше места в вашем автомобиле, чем классический чехол на 6 удилищ в сборе. На этом все, спасибо.